Gidan Baray, мы что учим? Что мы в учебниках, на семинарах слышим название удара «училка». В старых школах зачастую снизу вверх. Рука движется как МПИ-кота снизу вверх, или как GT-кота, как рука практически вытянута, выходит вперед, еле-еле согнута, да, немножко? Здесь та же форма, только снизу вверх. Чуть-чуть только согнута, как Хиан Сюдан, как Теки Сандан, GT-кота. Чуть-чуть согнуто, напряжение как бы снизу вверх. Ну, первое движение кенамбара, как и во всех катах, как и во многих, при ударе вниз, да, рукой. Если мы блокируем кенамбарай и любой контрудар. Любой кенамбарай, любой контрудар или кенамбарай, или тыщу. Тыщу снизу. Кенамбарай, тыщу. Кенамбарай. Оле тысячи. И непосредственно сам вот этот блок. В старых школах мы практически не имели с этим движения подобие сотовки. Сотовки. Они или снизу, или наоборот, изнутри. Как начало кота джите кота. Текубикакинге. Текубикакинге. Джин, текубикакинге. Как и НП кота, текубикакинге. Кизамизуки. Вот этот блок идет изнутри, или вот таким образом, но для прямого объяснения кота, для прямого объяснения кота, или изнутри, как это работает, как применяется, как и джите кота. И затем лопатка, или ты еще, можно работать другой рукой, ты еще, или поставить дзюки, дзюки контратаки, атака, блок, так же как хайщики, уракенуки, штуки. Тысячу диода. Ну или как вариант еще обычное базовое применение. То есть в основе кихон нашли и замесики. То есть опять сразу вот так. И затем любой контроль удара. И сразу вот так. Как это движение у кетзики или цкюки. То есть атака идет и сразу рикошет. Другой рукой сразу рикошет. Сейчас. Это так же как хайщики. Сразу можно нанести удар. Аналогично, сразу рикошет. Так, уракенуке. О, раз, сразу атака. И сразу рикошет. Из блока сразу рикошет цель. Майки замизуки, сразу атака.